Хабаровск, 2 июня, РИА Новости. Хабаровское региональное отделение ЛДПР выдвигает кандидатом на выборы главы Хабаровского края депутат Госдумы РФ от региона Сергея Фургала, сообщается в понедельник на сайте регионального отделения партии. Фото, пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока России. Ранее сообщалось, что своих кандидатов на выборы губернатора, которые пройдут в единый день голосования, выдвинули партия «Единая Россия», действующего главу региона Вячеслава Шпорта, КПРФ Анастасию Саламаху, «Зеленые» Андрея Петрова. Эти кандидаты уже подали документы в избирком. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Госдумы от Хабаровского края Сергей Иванович Фургал в ходе внеочередной конференции Хабаровского регионального отделения ЛДПР выдвинут кандидатом на должность губернатора Хабаровского края, говорится в сообщении. Отмечается, что его кандидатуру участники конференции поддержали единогласно. Отмечается, что в ближайшее время Фургал представит документы для выдвижения в Краевую избирательную комиссию и приступит к сбору подписей для прохождения муниципального фильтра. В 2018 году он составляет 180 подписей муниципальных депутатов, глав поселений, муниципальных районов и городских округов. Кандидат должен быть поддержан не менее чем в 3/4 муниципальных районов и городских округов, находящихся на территории региона. Уточняется, что Сергей Фургал примет участие в выборах губернатора края во второй раз.